мы будем до конца с Азербайджаном в его борьбе с Арменией, учинившей геноцид в Хаджалы и оккупировавшей Нагорный Карабах. Как сообщает Тренд, об этом 13 августа на встрече с участниками Азербайджана-турецких учений сказал находящийся с визитом в Баку министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Он отметил, что решительно осуждают недавнюю провокацию Армении на Тавузском направлении Газграницы. Цитата. «Хочу открыто заявить, что мы будем до конца с Азербайджаном против Армении, которая на глазах у всего мира совершила геноцид в Хаджалы и оккупировала Нагорный Карабах. Мы и далее будем поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе», — сказал Акар. «В этой борьбе за освобождение оккупированных земель мы, 83-миллионная Турция, поддерживаем наших братьев», — подчеркнул министр.